О, поджерик доехал, смотрите. Блин, сверху слышишь? С переднего ракурса вроде мешок картошки лежит на багажнике. Ну вот и поджерик. Да. Ну так. Деньги есть, видно, да? Ничего, нормально. Нормально едет изделие. Обычный стандартный автомобиль. Не спасывал перед препятствием. Ну, синенький быстро круг нарезал. Они вместе идут в паре. А вот и 69-й нашелся. Спас Ниву и включился в борьбу опять. Да, с Белой Церкви своим ходом это 100 километров. Это вам не шутки. Сюда даже, наверное, чуть больше. Руль хорошо крутится у него. Ёханый бабай. Что-то передок не работает. Передок не крутит, да? Крутит? С вашей стороны крутил передок? Не-не, не крутит, все. Передка нету. Копия богера копает. Копает хорошо. Такие на залупазлик шины хочу поставить. Там у нас понижение, вес небольшой, должно ехать. Еще посмотрим. Так, УАЗ. Елки-палки, какие он издает звуки. Как он, бедный, едет. Ну, выглядит шикарно. Давай назад толкнем. Подожди, только не копай, потихоньку, в раскачку давай. Макс, помахай. Ну все, спасли. Какая? А, межосевая. Ой, дубасит Серега, вот реальный лидер. Того маньяка будет. Ух ты, елки. Да. Спешил, но не попал в траекторию. И такая почти стоковая Нива. Да не почти, а стоковая, наклейки только из тюнинга. А тут с BMW стоял мотор раньше? Ром, это не тот у вас? Ну, похож очень. Тут такой серьезный аппарат. Шикарная Нива все-таки машина, особенно доработанная. Это я уже много раз говорил, просто многие не понимают и не в курсе, думают, как-то так пренебрежительно относятся. Я сам раньше так скептически смотрел на Ниву, но со временем все поменялось. Да, хороший Вранглер.
И опять несколько них. Колеса небольшие, зато трансмиссия целая. Тяжеловато им, но едут. Кто же это такой за рулем, интересно? Видели газовал, да? И с боковым зацепом. Слышишь, да. Вот оно в стандарте просто вот посчитано, все, чтобы не ломалось. Да, что мотор не может сломать полость. И мотор не может сломать, и... Ты только ставишь зубатую резину, так и полость. И размер шины тоже. Что-то тут за пробка образовалась. Дядя, от нас не уйдешь. Ну, слышишь, ты читал комментарии, что там пишут? Он больше никогда не приедет на оффроуд. Не, ну понимаешь, сидеть на диване, вот это лобызать там. Писать, да? Пока все пишут, кто-то ездит по там. Да, да. Остальные пусть они там. Пусть пишут. О, профессор пришел. Но... Макс, что, как дела? А был бы ты на... А что они выедут? А был бы ты на ВЛ-5. Сейчас бы левее взял бы, ёба, шел бы. Давай, обходи слева. Слева обходи, не очкуй. Не очкую. Давай влево. Где сугроб, говорит, да, тут можно твердо, правда, как-то тут твердо немножко. Не, если это делать взлет, то как раз там в приемник можно попасть. Какой приемник? Ну, ты пошел, пацан, как раз. Спецприемник. Не, ну типа тут взлет, и там в приемник сразу. Главное, его сюда не попасть. Так, какая-то полоса пробок пошла. Ну, как вам трасса? Огонь? Так, где-то, видно, интересное место есть, надо бежать. Ну, там причина пробки видна или нет? Не видно ничего. Ёлки-палки. Тут тоже Нива, только в сильном тюнинге, да? Да, да, или УАЗик в слабом. Как, блин, ни хрена себе какой салон. Это родной? А, нет. Двоюродный? Типа того. Ну, красивая. На АТ-шке. Не, обычная зима. А, зима это Бриджстоун, да? Причина пробки не установлена, да? Наверное, Нива застряла какая-то. Йохан. Паджеро застрял, Паджеро. Паджеро, привет. Привет. О, так мы, хорошо, что пробка. Всех можно увидеть, кто стоит в ней. Все машины, всех пилотов. Нормально едет, привет. Привет. Нормально едет. Стопорняк у нас. О, это серьезный маньяк. Блин, в любом таком соревновании должен быть Паджерик обязательно, правильно? Привет, Руслан! Привет! Обгоняй, тут можно срезать! Давай! А пускай стоит! Все культурные, молодцы, ребята! Все по-честному, это не в пробках киевских. Говорю, тут все культурные стоят, никто не обгоняет, это не киевские пробки, да? По тротуарам, по обочинам. Серега, ё-моё! Друг мой, в любой соревновании должен быть стоковый Паджерик обязательно, чтобы было интересно, понял? Ну тут Нива жесткая. Растянуть удовольствие. Привет! Так, не, ну хорошо, видите, как мы идем, со всеми поздоровались. Давай, давай! Негодующих. Они отдыхают, наоборот, чтобы руки восстановились. Могут с результатом завершить гонку. Не, ну нормальная машина. В любой такой гонке должен быть стоковый Паджеро обязательно. Обязательно, это атрибут любой гонки. Прямо. Чуть влево руль, влево руль. Он не знает, где прямо просто. Влево руля, влево руля, влево. Все, мы успели. Все, давайте, погоням, заводите! Главное, лопата должна быть в Ниве, правильно? Да не, ну это ж не Паджеро, это посерьезней машина, вот еще серьезней. Это не Паджеро,
нормальные тачки поехали. Нормальные тачки поперли. Ёханый бабай, как он едет вообще? Этот бешеный. Это еще один бешеный. Так. Это спокойный парень. Машина надежная, уверенно едет. Зеленые диски рулят. И бампера. Ты чё перед машинами бегаешь? Красиво идут. Так, опять пробка, ёлки-палки. Что ж такое там происходит? Не, ну тут все едут четко. Красная кожа. Что-то там опять небольшие заминки. Хороший круг, вот мы почти весь обошли его уже. Ого, как валит. Что-то Шевроле Нивой какие-то небольшие проблемы. Непонятно, что он не может выехать. Что-то не то. Через одну пропускает машину. Самурайчик и залетел. Все нормально. Просто немножко. Чуть-чуть не хватало. Хама 79. Давай, Хама. Правильно я прочитал. Оранжевый едет. Что тут все? Давай, Веталь, догоняй, я за тебя болею, елки-палки. Это тебе не на танковой, тут посложнее. Кто там сомневался, что он приедет на оффроуд? Так, Белая Церковь идет на победу. Так, а что там у Веталя за проблемы возникли? Да не, он заедет сейчас. Просто бережет. Машина дорогая, парадно-выходная. Сегодня же суббота, он на ней по субботам ездит. Ну, иногда и в рабочий день. Смотрите. Показать превосходство американского автопрома, как он в натяжку. Сейчас покажет белоцерковский внедорожник. Да, вообще еще легче, чем американский. Так, ну Серега круг нарезал уже, идет с флагом на результат. И вот его соперник преследует, так они пара и едут. Так, чуть не пропустили мы. Ёлки-палки, слышите? Так он лучше, чем Нива едет. Иногда. Знаешь песню «Иногда»? Очень известная. Да, стоковые Нивы. Витара, кстати, тоже стоковая, наверное. Поехали. Может, им только сообщили, что пробка рассосалась. Что это? Это жесткий, да? Да, жесткий парень. Нет, сегодня жесткости ему не хватает. Ему просто не блин, ну мотор. Ну, мотор хороший у него. Из-за этого нервничает. Я знаю, кто мотор делал, наверное. Тот, кто и на красную. Вот это три явных кандидата. Шевик. Да? Автория и та же без крыл зеленый.
пока вроде бы таких трейлеров не дано. А синяя тоже быстро едет? Колеса большие, узкие. Как раз то, что надо. УАЗик. Слышишь? Обогнал, обогнал. Серегу обогнал он. Это два самых жестких. Слышишь, я жду, пока у вас развалится, а он что-то не разваливается. И издает звуки громче и громче, ты хотел сказать. Это же хард-рок, металл, все нормально. Да? У него так музыка работает. Вот это да, медленнее всех, наверное, едет, да? А он не спешит никуда, он просто... Здесь такие треки записаны. Запрограммирован, да? Ну, треки такие, металлической музыки. Вот это, блин, упирается, жалко, и не может обогнать. А вот и кирпич. Так, тут идут попытки. А это Шермилов, что ли, он приехал? Прилуки, может. Бобровица, это тоже там... Кроме наклеек Нивы клуб, у него ничего нет. Вот, скорый какой-то разогнался. Так этот быстро идет всю дорогу. Витара вообще. Без напряга. Ух, елки! Тут уже он выкопали такой... Наша школа. Кусок асфальта. А что там за мотор у него в Шевроле? 1,7. 1,7? Штатный? Да, инжекторный. Да. Хорошо едет, да? Наша школа. Иногда да. Восстанавливается. Карданы нормально. Там видно все. Да, чуть оторвался. Где, сзади? Сери, что там видно сзади? Покажи. Ну, видно, да, чуть-чуть. Небольшое повреждение. Это жесткий. Как-то сложно стало, да? Недолго ты. Говорит, кто быстро едет, тот недолго. Ну да, вот этот, смотри, медленно идет, чтобы доехать до финиша, да? Держит. Понимаешь, все лидеры на 9-м круге поломают свои тачки, а он доедет и в первые места будет. Да? Ну да. На 7-м, на 8-м, на 9-м круге. Тут если было место... Хитрое. Да, одинокий Wrangler. Оторвался от конкурентов. А вот и вся банда идет. Говорит, там интересно, сейчас пойдем. Так, а вот и экшен, я смотрю, там. Не все могут заехать. Прошли мы всю трассу. Блин, заскочил все-таки. Ну, сложно было. Ух, и дубасит. Так интересно наблюдать, когда... Вроде как разные нивы. Ого, тут камень лежит какой. Кусок блока бетонного. И вот еще бетонный. Ёханы бабай. Очень маленькие колеса. Серьезный внедорожник. Притирку с камнем. Они тут уже все выучили
Я им подсказываю. Гляньте, как мяч пролетает. Хорошая горка. Тут просто гусиные лапки, шины. Стандартные. Газика, УАЗика. Как он не ломается, я не могу понять. А лучше, как кто-то... Давай на руках отнесем в сторону. Ё-моё, привет. Вправо отъ... А, вправо нельзя, да? Влево, наверное, туда в я... Серега, влево вот сюда отъедь, и не будешь мешать. Сюда влево. А, зависло. Давай толкнем. Толкнем давай. Ёханый бабай. Привет. Привет. Нормальный фильм, я тебе скажу. Нормальный фильм был, как мы добирались сюда. Вот это нормальный фильм у нас начался. Застряли на рельсах, зацепились... За электровоз? Зацепились тягой за рельсы. А на чем ехали? На патруле. А, ну патрул, это ж серьезная машина. Ой, да. Слышишь, мне нравится, что длинный сюжет такой вот, ну... Не заканчивается пар, да? Спецэффекты серьезные вообще. Да, кипит. Но система очень герметичная, надежная. Все, конец фильма. А, тут он висит. По-серьезному, но так немножко неправильно дергать, ну, Нива легкая. Ого! Вон что мешало, камушек. Камушек мешал. Все, спасли. Трасса практически свободна. Вот один из жестких пилотов. Красиво. Теперь все здесь. И тут будет сейчас интересный выход вот в этом месте. Это тяжело очень идет. Интересное место. Хорошо копнули уже. И стало весело. А вот альтернативный же есть маршрут. О, интересный маршрут. Тут, видите, такие ямы копнули. О, спортивный выхлоп, да? Спортивный выхлоп пошел. Мешал плохой выхлоп. Смотрите, как, а это раз и едет. Непонятно, как по-разному все едут. Гляньте. Оп, есть, есть, проехал вперед. Красавчик. Тут какая-то жесть уже началась. Куски. Асфальта. Тут дубасит. Ну, УАЗу не сложно будет, я думаю. Что-то выбило. Раздатку проверь. Ну жестко вы зашли. Шевроле Нива.
по альтернативному маршруту. Не работает все. Самурай сломать не так-то просто. А вот музыкальный УАЗ. Почти заехал. Бабай, красавчик, пробил маршрут. Почти, почти. Чуть не проехал. Жестко. Надо по завершению лодки. Почти. Ну, красиво было. Я знаю, только ты там. Стащи назад еще раз. Все. Проехал все-таки. Нажимаешь мотоциклы. Молодец. Нажимаешь. Да. Жду траекторию, там асфальт. Синим красным, да. Торчит. Потом надо... Сейчас сделаем. Тут интересно. Вот так вот. Нива посерьезнее тут, да, какая-то? А в том году он как турист приезжал. Вот такой, да? Да все, нет, нету экшена. На трассе. Неожиданно. Неочевидно. Круто. Покажи. Ого. Коленом, блядь, бампером только. Да. Ух ты, елки. Ты посмотри, Витара, что творит. Вообще-то не мой. Так, поехали. Тут. Глянь, а у вас мне нравится, он должен развалиться 8 кругов назад был. Глянь, а он едет все равно. Потому что у него колеса в стоке. Потому что сток, да. Что значит правильная машина, да? Ничего лишнего. Ничего лишнего? Будок нет, тент легкий, да? Они... Так, все. Валера звонил. Привет. Завершена. Завершен экшен. Кто-то там еще финиширует. Давайте заключительных участников снимем. Ну, что вам сказать? Красиво, красиво. Это УАЗ. Неплохо прокатились. Серега практически выдержал всю дистанцию. Чуть-чуть закипел в конце. Хотя водичка на месте. Какая веселая. Веселый такой лайт. На самом деле не такой простой. Было интересно. Участникам особенно, я думаю. Все, пошли все на финиш. Подписывайтесь, делитесь. Было неплохо. Всем пока, до встречи.
Починили уже? Да. Какой у тебя аккумулятор модный, слышь, он по цене почти как Нива стоит. А что ты чинишь? Помпу меняешь? Стартер? Стартер прикручиваю рукам. Не видел? Да, что, открутился, да? Такой в кармане там не валяется на 13. Не, блин, обычно есть, но в этот раз не взял. Да, я на гранчероке, поэтому инструмента мало сегодня. Не замечаешь, как не. Слетел ремень и закипели. И все, причина вся, да? А вон, ну тот же камень я вынял, его видел? Уже по центру был, я на нем завис. А, я понял. Стартер надо разбирать. Так, мы в лагере. Смотри, Вранглер еще какой-то известный очень, да? А вот серый. Это не он? Да какой он там известный? Разве известный? Известный? Известный, на рельсах застрял. Это известный. А как вы на рельсы попали? Ну как, по сокращенной дороге как. Не, я объехал. Так, мы в лагере. Смотри, Вранглер еще какой-то известный очень, да? Где? Не. А вот серый. Да нет. Это не он? Да какой он там известный? Разве известный? Известный? Ну, а известный на рельсах застрял. Это известный. А как вы на рельсы попали? Ну как, по сокращенной дороге как. Не, я объехал.